Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня я хотел бы начать, можно сказать, новую рубрику, новый сезон с летсплеем. И сейчас я уберу весь звук. Итак, это, можно будет сказать, обычный Майнкрафт, без любых там модов, без любых дополнений. Просто обычный Майнкрафт, версия 1.7.4. И это будет только для того, чтобы исследовать обычный Майнкрафт и просто-напросто, чтобы был дополнительный сезон. Можно и так сказать. Ой, а что-то меня вот это смущает, как-то вроде ель, а без снега. Или это вот такая задумка сейчас. Фиг его знает. Я еще, если честно, даже в новой версии Майнкрафта не играл, то бишь 1.7.2, 1.7.4 я еще даже не играл, поэтому сейчас я решил начать поиграть. И, в принципе, дорогие друзья, вот что я хочу. Давайте сейчас быстренько все объясню, что и как. И, в принципе, да, действительно, вот сейчас я все объясню. Итак, для чего этот сезон сделан? И, в принципе, этот сезон будет более такой, знаете, как это можно сказать, более такой, ну, как это можно сказать? Напугало. Более такой изучающий, то бишь, если так лично, да опять упал, да чё ты, если так смотреть лично по моему опыту, то я не знаю вообще, как использовать вот эти все зелья, как эти все фигни, зелья варить, и где эти все машины для зелий брать, как бы, ну, знаю, что в аду где-то, но не знаю, я еще даже ни разу не убивал дракона края, я еще даже ни разу, что еще можно сказать, не делал автоматические фермы, не делал еще что-то. Короче, это будет такой, более такой изучающий сезон. То бишь, я буду изучать, как, ну, буду все изучать, как бы, все, что можно делать в Майнкрафте. И типа, в конце концов, главная задача, это же, конечно, будет дойти до дракона края и убить его. Но перед тем я, конечно же, буду изучать мод. Какой нафиг мод? Буду изучать Майнкрафт, буду, конечно же, просить вашей помощи, то бишь, можно сказать, я буду у вас спрашивать, например, я не знаю, как там, да, например, ну, как там зелья варить, а кто-то из вас, например, знает, то я буду спрашивать у вас, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, там, в комментариях, как и как вот то делается, и как бы вы будете мне тоже помогать, кто не знает, тоже будете изучать. И это я еще расскажу, дорогие друзья. Это более такой, как бы, дополнительный сезон. Он не будет еще раз влиять на выходы вот Пиксельмона, можно и так сказать. Это будет такой дополнительный просто сезон. Я просто буду... Нет, вот сделаем вот так. Я просто буду изучать весь Майнкрафт, что и как делать. Я буду просто-напросто все изучать. И еще вот что я забыл сказать, дорогие друзья. Это будет более сезон такой, мы не будем говорить о Майнкрафте. Я почему-то решил, что я более буду так рассказывать о своей жизни, так как я еще даже ничего не сказал, только я даже думаю, что не все знают, как меня зовут. Я буду более, так знаете, я вот, что, моя главная цель, это как бы найти деревню, да, развить деревню, там построить какой-то замок, построить какой-то там поселок, построить какие-то там здания, выучить все, что можно делать в Майнкрафте, то бишь автоматические фермы, я еще не знаю, как это все делается, еще там что-то, зельеварение, вот эти все фигни, ну, не фигни, вот эти все, как бы, все элементы, что можно делать в Майнкрафте. И вы, конечно же, будете мне в этом помогать. Я как бы буду говорить не о Майнкрафте, вот идем мы туда, идем туда, что мы сейчас делаем. Не, ну, конечно, об этом я тоже буду говорить. Ну, больше времени я буду рассказывать что-то о своей жизни. Типа, кто я, чем я занимаюсь и все такое. Так что, дорогие друзья, напишите в комментариях, если вы с этим согласны. Я еще расскажу, вот этот сезон не будет влиять на выходы серии Майнкрафта, то бишь они будут выходить как обычно. Не думайте, что, например, если будет этот сезон, то реже будут выходить серии Майнкрафта. Я просто буду и снимать и этот, и вот тот, как бы, сезон, да. И, еще раз говорю, это будет более такой, как это можно сказать, изучающий сезон, то бишь я буду изучать Майнкрафт, что и как можно тут делать,
И, в принципе, буду в этом сезоне как бы рассказывать о своей жизни, да. Так что, дорогие друзья, если вам, в принципе, нравится вот эта затея, то ставьте лайки. Еще раз скажу, поставьте лайки, кто согласен. Эта серия не будет такой очень длинной, так как я только говорю о своей идее, что и как я собираюсь делать. Так что, дорогие друзья, если вам, в принципе, нравится вот эта затея, что я буду делать, я еще раз скажу, я найду деревню, буду развивать ее, построю какой-то там замок, и, в принципе, буду изучать все, что можно делать в Майнкрафте, так как я еще даже, если честно, не знаю, я как бы в обычный Майнкрафт почти что даже не играл. И как бы буду изучать, и в конце концов, конечная цель это будет убить, конечно же, дракона, это понятно. Но в том времени как бы я буду изучать полностью весь Майнкрафт. И как бы тут уже будут и мобы, да, и все будет обычно так делать. И в принципе все, дорогие друзья, я думаю, давайте на этом закончим. В принципе, видео недолгое, так как я еще раз скажу, я просто повторяю, я просто говорю, что и как, вот сейчас еще только овечек убил. И в принципе, ой, что-то залагало, ой, что-то залагало. Я, наверное, вот тут пока что сделаю, в первых сериях я там сделаю небольшую пещерку, в которой я буду жить, только, дорогие друзья, только лишь для того, чтобы... Там я видел, есть огромные шахты, вот видите, тут всякие огромные, просто огромнейшие шахты. Кстати, мне еще не хватает одной вот этой. Одной шерсти. Вот. И, в принципе, да, я сейчас заберусь вот туда на гору, так как я действительно видел вот там огромнейшие шахты, куда я уже упал пару раз. И, в принципе, потом, если вам понравится вот это, что я говорю, то можно будет сходить в эти шахты, добыть ресурсов. Еще раз, вот что я забыл... О, зомби уже выходит. Вот что я забыл еще сказать, дорогие друзья. Вот как бы суть всего вот этого сезона, это будет только в строительстве, добывание ресурсов, как бы делание вот этих всех ферм, как бы и просто-напросто изучение всего Майнкрафта. Вот в чем будет суть этого сезона. Вот, кстати, тут нормальное место такое для дома будет на первое время. Так что, дорогие друзья, я думаю, вы поняли, в чем суть, вы поняли, что я хочу сказать, я на это надеюсь. И, в принципе, еще раз скажу, дорогие друзья, пишите в комментарии, согласны ли вы с этим. И, если согласны, то можно тоже будет начинать играть с этим сезоном, в этом сезоне. Это, как бы, еще раз скажу, дополнительный сезон. Так что, дорогие друзья, я искренне надеюсь, что вы будете согласны, так как, знаете, иногда даже хочется зайти, так, знаете, поубивать монстров, там, подобывать ресурсов, сделать какие-то там фермы, построить здание какое-то. И, в принципе, это все, дорогие друзья. Ставьте лайки. Еще раз скажу, напишите в комментариях, что вы думаете. И подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.